Они сделают то, что мы не успеем. Построят новые электростанции, оросят пустыни, повернут вспять реки. А пока дети играют. А может, они и не играют? Может, делают все по-настоящему? Им кажется, они моряки, настоящие художники. Или знаменитые музыканты, ведь в детском саду завода «Тяжбумаш» в Петрозаводске, пожалуй, самый юный в стране оркестр.